Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу представить вам еще одну модель зимней шины, которая к нам поступила в продажу именно у нас, в наш шинный центр. Смотрите, значит, это модель Bridgestone Ice Cruiser 7000 в размере 205-50-17. Этот размер очень актуален на автомобиле Lada Vesta, X-Ray, Lada Largus, кто хочет на 17-й диски себе поставить. Вообще это стандартный размер от автомобиля Lada Vesta SV Cross, именно оригинальный размер. Шина Bridgestone очень хорошо себя зарекомендовала, в принципе, как шина-долгожитель, да? То есть шина, которая может, в принципе, ездить, да? Вот особенность этой модели, я хочу сказать, то, что именно здесь глубокий протектор очень такой достаточно, который себя будет вести отлично в рыхлый снег. Вот. Ну и в принципе посадка шипов располагает то, что автомобиль будет себя на льду тоже в принципе предсказуемо хорошо достаточно вести. Хорошая шина, единственное, что я хочу сказать, здесь нет отбойника, но усиленный боковой корд. Здесь усиленный боковой корд, но без отбойника, друзья. Вот. Ну, в принципе, как бы сами видите, профиль 50, это не сказать, что низкий профиль, да, но в то же время не жирный, да, так сказать, профиль. Ну, в принципе, достойная шина, очень хорошая, поэтому, друзья, рекомендую. Если кому интересно, у нас в наличии хороший ассортимент этой шины по количеству. Стоимость этого комплекта составляет 24 500 рублей. Мы отправляем во все города России, также страны СНГ, Казахстан. В принципе, мы очень часто, плотно сейчас работаем в Казахстан, очень много отправок у нас. Поэтому, друзья, заказывайте, жду ваших заказов. Всем вам прекрасного настроения, отличного дня. Пока, друзья.